Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы рассмотрим узор для жакета. Узор простой, несложный, двухсторонний. Состоит из столбиков с накидом и воздушной петли. Раппорт узора. 3 петли на 2 ряда. Для примера нам надо набрать 14 воздушных петель. Мы набираем первую петлю и ее не считаем никогда. Это у нас закрепительная петля. И теперь пошел набор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема и 1 петля по рисунку. 5. Назад нам надо отступить 6 петель. Заходим в 7-ю и вывязываем элемент 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. 1 воздушная, пропускаем 2 петли внизу, заходим в 3-ю и вывязываем элемент 2 столбика с накидом из одной точки. 1 воздушная. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в 3-ю и вывязываем элемент 2 столбика с накидом из одной точки. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю внизу, 2 петли внизу, заходим в 3-ю и вывязываем элемент 2 столбика с накидом из одной точки. 1 воздушная и в конце ряда мы заходим, вот 1 петлю пропустили, заходим в последнюю и вывязываем столбик с накидом. Первый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. В этом узоре мы работаем только с арочками. Мы заходим в первую арочку до элемента и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Пропускаем элемент, заходим в арочку и вывязываем элемент из 2 столбиков с накидом из одной арочки. 1 воздушная. Пропускаем элемент в предыдущем ряду и вывязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. 1 воздушная. Пропускаем элемент, заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. 1 воздушная. В конце ряда, будьте внимательны, мы заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом, а второй столбик мы вывязываем в 3-ю петлю подъема. На схеме так и обозначено, чтобы у нас был ровный край. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу. В этом ряду мы также будем работать с арочками, которые у нас находятся между элементами, где была 1 воздушная петля. Мы пропускаем 2 столбика, заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. 1 воздушная петля, пропускаем элемент, заходим в следующую арочку и вывязываем 2 столбика с накидом. Вот так. 1 воздушная, заходим, пропускаем элемент, заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом
1 воздушная, пропускаем элемент, заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом. 1 воздушная. В конце ряда мы вывязываем столбик с накидом в третью петлю подъема. Мы с вами связали третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в первую арочку и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Пропускаем элемент. Заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. 1 воздушная. Пропускаем элемент, заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом. 1 воздушная. Пропускаем элемент, заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. 1 воздушная. И в конце ряда мы заходим сначала в арочку, вывязываем столбик с накидом, а второй столбик с накидом мы вывязываем в третью петлю подъема. Мы с вами связали четвертый ряд, как показано на схеме. Это у нас получается нижняя часть жакета, а верхняя часть жакета идет просто столбики с накидом. Это вы когда свяжете необходимое количество сантиметров длину, этим узором нижней части жакета вы просто переходите ниточки, не обрываете ничего, 3 воздушные петли, переворачиваете работу и начинаете вязать в каждую петлю. We'll be right back.